Спасибо, мы вас очень любим и гордимся вами, и надеемся, что вы будете побеждать и побеждать всю свою танцевальную карьеру. Поаплодируем нашим гостям. Спасибо огромное за полученное удовольствие. Браво. Спасибо. Это было настолько трогательно, настолько неповторимо. Браво! Продолжает наше соревнование категория «Ювеналы 1», европейская программа танца. Финалисты, дорогие наши, приглашаем вас на танцплощадку. Пара под номером 7 – Павел и Анна. Пара под номером 261 – Роман и Полина. Пара номер 205 – Тимур и Элина. Уважаемая публика, посмотрите, какие крохи перед вами. И они ждали очень долго своего выхода, между прочим. Давайте погромче, все вместе похлопаем им. Ювеналы 1. Громкие аплодисменты, друзья. Браво! Самые маленькие участники нашего вечернего отделения. Какие они милые, какие они прелестные. Медленный вальс в их исполнении. She is fixed in his mind like the picture. He's kept in his wallet for years, and the image has never been tarnished by the blood, sweat, and tears. And to him it appears that the moon is still over her shoulder, and the ribbon is still in her hair. Браво, великолепные пары! Браво, аплодисменты, друзья! Аплодисменты, конечно же, поддерживайте! Танцевальные дуэты, финалисты. Браво! Следующий конкурсный танец – танго. Друзья, я, честно говоря, не понимаю, как вам удается молчать на протяжении мелодии и не хлопать, но ведь не только великолепно, а настоящие таланты перед вами. Браво! Браво, финалисты! Браво! Молодцы! Молодцы, участники! Так держать! Не забывайте улыбаться. Поговаривают, что это абсолютно не вредно в вашем возрасте. И следующий конкурсный танец – «Венский вальс». Можно хлопать, друзья.
Давайте зальемся в аплодисментах и в комплиментах. Браво! Браво, великолепные дуэты. А ну-ка, давайте проверим, кто за кого болеет. Вот правда интересно. Пара номер 7. Павел и Анна. Не слышу! Пара номер 161. Роман и Полина. Пара номер 205. Тимур и Элина. Браво! Я не завидую на самом деле судейской коллегии. Правда, я бы всем поставил первое место, всем бы одел по медали, всем бы отдал ключи от серебристого Бентли, который сейчас на кону. Лучше мне. Такой машины у меня еще нет. Поговорим после медленного фокстрота. После Спасибо. Аплодисментов зрителей, конечно же. Но давайте уже, поддержим. Уже не отказ, приятно. Громкие аплодисменты. По праву заслуженные, между прочим. Громкие аплодисменты, господа. Браво! И заключительный танец этого финала. Танец Quick Step. Давайте поддержим на протяжении всей мелодии. Друзья, пожалуйста, потрудитесь. Не жалейте ладони. Можно хлопать. 5, 6, 7. Но вот теперь просто такие неистовые, громкие, громогласные практически аплодисменты нашим участникам. Браво! Молодцы! Ожидайте результата.